17 мая первый заместитель министра спорта Омской области Иван Колесник провел рабочее совещание и проинспектировал ход строительства крытого хоккейного катка на территории комплекса «Сибирский нефтяник». На встрече обсуждались первоочередные работы и сроки их реализации. Затем Иван Колесник осмотрел стройплощадку. Еженедельно все контролируем, поэтому мы изменения видим чаще. Изменения позитивные. Сегодня есть хороший диалог с генеральным подрядчиком. Он настроен на выполнение работ в срок, на высокий результат. И, конечно, видно изменения. У нас сегодня каждый день на стройке уже появляются новые элементы на здании. Скоро перейдут к работе внутри. Поэтому я надеюсь, что в этом году объект будет сдан. И уже со следующего года тут начнут тренироваться наши юные спортсмены. Крытый каток возводится в рамках проекта «Спорт. Норм жизни» нацпроекта «Демография». На сегодняшний день его готовность составляет около 70%. В настоящий момент строители ведут монтаж кровельных и стеновых панелей второго блока. В плане подрядчика до конца месяца полностью закрыть фасад здания и приступить к остеклению витража. По договору строительные работы должны завершиться до 25 декабря этого года.